Даже в праздник во всех отделениях кардиологического центра идет обычная для медиков работа. С раннего утра они на своем боевом посту, в операционных или в кабинетах рентген-хирургического отделения. Эти люди свое дело знают хорошо. Для медицинской сестры Марины Федуловой клятва Гиппократа – понятие круглосуточное. Даже на отдыхе она всегда придет на помощь больному. Говорит, работу свою любит и рада, что помогает людям. Главное для нее – доброта и милосердие. С каждой проблемой рядом прошли вот прямо бок о бок. Ну и особенно, когда вот спасаем людей, помогаем, облегчаем их страдания, это очень приятно и благодарный труд. Пациенты благодарят, и вот чувствуешь себя, что ты все-таки нужен на этой земле. Ну вот, я считаю, что профессия операционной сестры – это необходимая профессия. Эта профессия появилась в 19 веке, в годы Крымской войны. Международный день медицинской сестры отмечают в день рождения знаменитой Флоренс Найтингейл, которая одна из первых организовала службу сестер милосердия. Их помощь очень востребована и в мирное время. Курганский медицинский колледж готовит специалистов уже 80 лет, и всегда на эту специальность конкурс достаточно высок. В этом году из его стен выпустится почти 178 специалистов, которые заступят на боевой пост в больнице и поликлинике Зауралья. Мы осуществляем набор абитуриентов по специальностям сестринское дело, лечебное дело, фармация, лабораторная диагностика и акушерское дело. Специальности эти в настоящее время они очень востребованы. Это медицинские работники среднего звена. Профессия очень актуальна, востребована. В настоящее время огромное количество вакансий существует от медицинских организаций. Несколько сотен заявлений на обучение принимается ежегодно, но вот до финишной прямой доходят не все. Премудрости этой специальности нужно знать на 5 с плюсом. Всю теорию необходимо закрепить, поэтому студенты уже с первого курса проходят практику. Для многих профессия – продолжение семейной традиции. Алена Ткаченко пошла по стопам бабушки, которая работала фельдшером на станции переливания крови. Поэтому знания старается впитывать как губка, правильно делать инъекции, массаж сердца и многое другое. Нравится профессия. Ну, помогать людям, сама души добрая. Ну, пытаюсь все качественно делать, без всяких ошибок, чтобы последствий, не знаю, не было каких-нибудь. Праздник праздником, признаются будущие сестры милосердия, но времени отмечать его нет. Задают много и придется перечитывать лекции, чтобы в будущем профессионально оказывать помощь больным. Ведь здоровье пациента зависит от грамотных действий людей в белых халатах. Лариса Драгункина, Глеб Печерских, Андрей Бахарев. Информационное агентство «Курган.ру».